Вечер добрый, слушаете вы свое радио. Как обычно, надеюсь, для вас это стало привычной и доброй традицией по вечерам с понедельника по пятницу с 8 до 10 слушать программу «Живые». Туда приходят живые люди, живые музыканты, чаще всего улыбающиеся. Улыбающиеся, я сказал. Ну и, понятное дело, радующие вас своим творчеством. Прежде чем познакомить вас с этой группой, я думаю, мы сделаем музыкальную заявку, и вы сразу поймете, что сегодня здесь будет происходить. Поэтому, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Дорожки заблудились немножко. Эх, пропащая душа, за душою ни гроша. Песен полные карманы, в головах смешные тараканы. Хохотали до упаду, заблудились и рады. Не доперепил, не догоревал, не допережил, не допереспал. Недоверчивый взгляд, неоконченный бой, не последний герой, а лежащие в постели только пили, спали, ели, ничего не замечали, только ели, пили, спали, все мечтали. Покое, только что это такое, что за заспанные лица, говорят, он только снится. Не доперепил, не докоревал, не допережил, не допереспал. Недоверчивый взгляд, неоконченный бой, не последний герой. Хоть и тесно в этом мире, расстояние все шире, и по всей большой планете паутин сплетает сети. И кому все это надо, если вряд ли значит рядом, если пор, но не вместе, мы стоим, стоим на месте. Не доперепил, не докоревал, не допережил, не допереспал. Неоконченный бой, не последний герой. Ну, вот, собственно, теперь будем знакомиться с коллективом. Я сейчас из пресс-релиза возьму реплику, которая меня сильно порадовала. Активисты молодежно-баянного движения и обездвиживания. Постоянные участники мероприятий и меронеприятий. Безалаберный бард-панк с гармошкой и все такое. Ну, так что? Так называется коллектив. Вот все, что я почитал до сих пор, это был текст пресс-релиза. А группа называется «Ну, так что?». Одним словом, причем со знаком вопроса в конце, что тоже очень важно. Алексей Панасовский, акустическая гитара, вокал. Добрый вечер. Это он, шумный. Александр Сомов, баян. Можно один хотя бы раз. Вечер добрый. Нет уж, оторвите, пожалуйста, вашу мягкую оторвите часть ваш баян. Тела. Привет. Вот, теперь спасибо, сядь на место. Электрогитара Сергей Федоров. Привет! Он меня сразу понял, я даже не стал спорить никак. Бас-гитара Вадим Тамахин. Всем привет.
Ну и человек с собственным микрофоном в своей собственной стеклянной избушке. Андрей Капустин, барабаны. Я тоже оторву. Привет. А зачем ты вставал над ним? А, для приличия. Ай, браво. Ну вот, собственно, это и есть группа «Нудыкчо». «Нудыкчо», надо вот подчеркивать. «Нудыкчо». Имейте в виду, что это важно. Все-таки название коллектива, не нужно обижать ребят всяким неправильным произношением, как я сейчас сделал. «Нудык». «Нудыкчо». Через «ы» и через «ё». И через «ё» обязательно, как у нас как свое. Свое, да. Свое через «ё» — это ценно. Все-таки русский язык нужно уважать. Возвращать свои родненькие буковки, которые были подзабыты уже. Совершенно верно. Вот они сегодня здесь. Сегодня мы, собственно говоря, будем вас знакомить с этим коллективом, знакомиться с ним ближе. Как называлась первая вещица? «Не последний герой». Тут народ сразу писать: ой, как Летовым-то повеяло, прям вот близко-близко. Уж не знаю, чем... Летовым? Да-да-да. Уж не знаю, чем кому повеяло, но мне это веет свежестью, прежде всего. Очень хорошая весенняя музыка. Очень по сезону вы к нам сбежали сегодня сюда. И замечательнейшим образом, надеюсь, заставите вечером людей сегодня мыслить исключительно позитивно. 46-47, я сейчас кое-что еще скажу. 46-47, это короткий номер для смс-ок ваших. Сначала пишите свои, делаете пробел, а потом уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Но это могут быть вопросы, это могут быть эмоции, это могут быть впечатления, это все что угодно. Главное, чтобы было честно, искренне и открыто. Группа ВКонтакте, официальная группа своего радио. Здесь анонс давно уже лежит, и название коллектива группа «Нудыкчо» уже давненько светится синеньким, значит, активная ссылка, кликая на которую, вы оказываетесь у них в сообществе, а там вся информация, нужная вам, возможно, в первую голову для вас имеет место быть. А теперь сайт своерадио.фм, одним словом, своерадио.фм, там есть сверху плеер, онлайн-аудио слева, в нем, в этом плеере, онлайн-видео справа. Кликая на онлайн-видео, вы моментально оказываетесь в картинке. Картинку нам представляет Планета.ру, чудная совершенно краудфандинговая платформа. Там, кроме картинки, понятное дело, несколько камер, снимающих эту студию периодически, для того, чтобы вы все это видели. Там есть чат, в котором тоже можно отписываться. Отличное звучание с первого трека. Для понедельника, хоть и нерабочего, очень круто, пишет Роман. Дмитрий пишет: да, звук хороший. За звукорежиссерским пультом сегодня наш замечательный Михаил Казаков. Можно поаплодировать этому человеку, который многие годы работает еще и звукорежиссером второй сцены, например, на фестивале «Нашествие». Этот человек прошел так много, этот человек знает так грамотно и так много только потому, что очень талантливый звукорежиссер, за что ему спасибо, что он с нами. Ну что? Ладно, не расслабляйся, подожди, я только начал еще. О, да, напрягись. И не расслабляйся ни в коем случае, пальцы держи на месте. Давайте дальше будем петь, потому что все эти важные слова, которые я сказал, были нужны только в самом начале, но времени мы на них убили какое-то количество, посему надо бы песенок. Что будет дальше? Как будет называться следующая песня? Следующая песня называется «Скорей бы лето». Как раз весеннее настроение. Как я тебя несмотря на то, что там немножко снега, вот песня как раз по этому поводу. А я рекомендую всем, кстати, смотреть на улицу через окно сидя. Ну так, чтобы землю видно не было. Когда вот я смотрел в окошко сегодня сидя, голубое небо, солнышко, никакого снега не видно. Такое ощущение, что прям почти лето пришло. Тут совсем снега не видно. Вот поэтому я и рекомендую. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Напомню, сегодня здесь «Нудыкчо». Поехали. Лежишь и смотришь в потолок, и ничего не хочешь делать. И снова пусто между строк. Ну как же это надоело. Опять на улице мороз, и сердце окнами кружится, и жизнь как будто не всерьез, и очень хочется напиться. Ведь даже кошка что-то пьет, и даже ветер что-то дует. Морозный вечер на окне узоры странные рисует. Какая скучная зима, так мало солнца, мало света, а не сойти бы мне с ума. Скорей бы снова было лето. Весь день на улице темно, а это сильно напрягает. Поможет только лишь одно: весна придет и снег растает. Живешь как будто в мире снов,
не знаешь, что не знаешь, где ты. А летом можно будет вновь не спать до самого рассвета. Да, и даже кошка что-то бьет, и даже ветер что-то дует. Мороз и вечер на огне узоры странные рисует. Какая скучная зима, так мало солнца, мало света. А не сойти бы мне с ума, скорее бы снова было лето. Ну как же зиму пережить? Никто не сможет дать ответа. Видно, придется все же пить. Ведь вариантов больше нету. Куда деваться мне теперь? Вокруг меня пустые стены. Пусти меня, открой мне дверь. И будет просто. Ведь даже кошка что-то бьет, и даже ветер что-то дует. Морозный вечер на окне узоры странные рисует. Какая скучная зима, так мало солнца, мало света. А не сойти бы мне с ума, скорее бы снова было лето. Скорее бы снова было лето. Скорее бы снова было лето. А что-то в этом есть. Ну, когда ты так тянешь микрофон для того, чтобы в него подпили со стороны, вообще забавно это, конечно, выглядит. А давайте, ребятки, вот с чего начнем. Сколько времени существует коллектив «Нудукчук»? Ну, почти 6 лет уже. 6 лет. И 6 лет вы в одном том же составе или меняли? Нет, состав у нас менялся. Так. Ну вот, Саша Сомов, наш баянист, он... Он везде. Да, он везде, но с самого начала он у нас. Вот. А потом он стал везде. То есть он уже от вас пошел везде? Ну, можно и так сказать. Текс. Вот, Андрей Капустин с нами тоже довольно давно, барабанщик. Угу. Вот, остальные присоединились недавно. То есть вот буквально получается, меньше года. Ты главный по срокам в коллективе. Ну, получается так. Нет, но мы с Сашей одновременно прям по срокам. Угу. Тютелька в тютельку. Ты знаешь, такой тютелька в тютельку? Матрешки. Секс лилипутов. Ну, это так, на всякий случай. Когда тютелька в тютельку. Так вот, ты кто у вас организатор-то всего этого мероприятия, получается? Получается, я организатор. Вот, фронтмен. Да. Фронтмен ты и есть. Так себя и величай. 6 лет. За эти годы сколько было альбомчиков написано уже? Альбомов написан был один, а не издан ни одного. Что так? Ну, мы ждем, когда он отлежится, будет такой крепленный альбомчик. Угу. Не боишься, что он перележит, подгниет? Боимся. Ну? Боимся и ждем. А чего ждем-то? Ну, вот мы его решили просто сводить собственными силами, получить вот опыт самостоятельной работы с материалом. Угу. Вот, и все время то времени нету, то условий каких-то нету. Угу. Ну, в общем, ну будет обязательно. Вот я к чему и говорю-то. Я-то ведь говорю тоже не случайно, сидя здесь, вот у этого микрофона. Чего у вас нету альбомчиков-то? Я бы, в общем, давно бы, может быть, уже так как-то так зашел бы к вам бы через тайную дверку и попросил бы песенок бы для ротации бы немножко бы. А где у вас хорошее качество записано вообще? Ну, хорошее качество. У нас ВКонтакте несколько песен выложено. В MP3, да? Да. Но не надо мне MP3, мне же хорошее качество. Вавки у нас есть. Есть. Мы можем их принести. Хорошо, привезти. Договорились. Так, смотрите, как хорошо, мы легко договариваемся. Да, не весь альбомчик, но, по крайней мере, пару песенок уже готовых с него есть. Ну, вот видишь, как вот опять ставишь условия мне. Не весь альбомчик, пару песенок. А вдруг мне эти пару песенок-то и не понравятся, а понравятся те, которые пока не записаны. Что так, да? Тогда будем работать над собой, записывать. Все, ну я думаю, что ты сейчас, видишь, слова сказал так громко на всю страну. Конечно. Вот, имею в виду, что раз ты обещал, потом ответ держать придется. Да, ну обещанного это 3 года ждут. Понятно. Так что успеем. Спасибо, без ротации, группа. Ну так что значит, по крайней мере, на 3 года ближайших, судя по всему, если так на это дело посмотреть.
Ладно, теперь давай вот с чего интересно было бы зайти. Кто пишет музыку, тексты? Я пишу тексты, так. Ну и какую-то основную гармоническую составляющую для песен, а потом мы все вместе уже аранжировываем это вот в то, что получается. А часто репетируете? Ну, репетируем, стараемся раз в неделю. И что, вот этого хватает для того, чтобы быть сыгранными такими? Ну, на самом деле, получается, что хватает даже меньше. Потому что это раз в неделю, это вот идеал, к чему мы стремимся. А получается, на самом деле, что мы там пару месяцев вообще не репетируем, угу. Потом собираемся, репетируем, ну, один, ну, если вот ответственное мероприятие, мы можем репетировать там 2-3 раза в неделю даже. Хорошо. Что мы и сделали. То есть это очень ответственное для вас мероприятие, да. Сегодня. Безусловно. Спасибо. Впервые. Спасибо. Да, он у нас гитарист, купил себе новую гитару специально. Обалдеть. К этому мероприятию. Мексиканский Fender, да? Ну, я же вижу просто. Мексиканский? Ну, вот хороший. Хороший. Не китайский. Да. Кстати, у нас тут есть магазин «Шамрай», знаете, да, внизу. Недавно ребята, когда туда приходили, хвастались. Сначала удивлялись, потом хвастались. Им прислали гитару, их, шамраевскую. На ней сзади бирочка такая «Шамрай», а внизу «Made in China». То есть их гитары стали поделывать в Китае уже. Поэтому у тебя мексиканский «Fender» — это гораздо круче, чем китайский. Хорошо, хорошо. И самое ценное, что купил к эфиру. Ну, ты его хотя бы опробовал перед эфиром-то? Хорошо, смотри, чтобы там, не дай бог, что нигде ни того не случилось. Давайте дальше петь. Ну так чё? Ну так чё? Следующая песня, да. Про насекомых, которые появляются летом. Подожди секундочку, ты имеешь в виду, в лесу, например, появляются? Да, например, на в лесу, поляне на фестивалях, да, на музыкальных. Фестивалях, например, куда? Вот 22-24 мая, так. Они появятся на фестивале «Шокофест», где, да. Будет кроме них еще много групп всяких, и в том числе и мы. Кроме насекомых. Да, кроме насекомых. Групп будет больше, чем насекомых, я думаю. Три сцены, три дня. 22-24 мая. Вход бесплатный, open air. 60 километров от Москвы по Дмитровскому шоссе. И приходите главное все. Главное условие — идти пешком. Ну, раз ты сказал, приходите все. Ну да, расход бесплатный, то такое условие, что надо приходить туда пешком. «Шокофест» — вообще замечательное мероприятие, бесплатный фестиваль, куда всех мы и приглашаем. Вся нужная информация по адресу, по месту. Мы в эфире тоже об этом будем рассказывать достаточно плотно до фестиваля, так что следите за рекламой, что называется. Как песня называется? «Про комариков». Ах ты, ты об их насекомых. Ну давай, как всегда, «Живой звук». В программе «Живые» здесь сегодня. Ну так чё, погнали. Головою на подушке ты тихонько приближаешься ко мне и шепчешь мне на ушко, и настойчивый твой шепот прорывается сквозь сон. Знаешь, так вот среди ночи это просто маветон. Почему я до сих пор не могу никак понять, что ты хочешь от меня, что ты хочешь от меня? До сих пор не могу никак понять, что ты хочешь от меня, что ты хочешь от меня. Как известно, среди комаров кусаются только беременные самки. Так вот, 1 200 000 беременных самок комаров могут выпить из человека всю кровь. Поэтому пользуйтесь репеллентами. Все другие остальные просто пили мою кровь, а тебе-то неужели от меня нужна любовь? Лучше пей, как остальные, чтоб я мог спокойно спать, чем вот так вот среди ночи ненастойчиво шептать. Почему я до сих пор не могу никак понять, что ты хочешь от меня? Ты хочешь от меня? Почему я до сих пор не могу никак понять, что ты хочешь от меня? Что ты хочешь от меня? Ха-ха-ха.
лучше пей мою кровь и пропаливай. Круто. Лёша, ты кем? Кто по профессии, прости? Инженер. Чего? А, ракеты, спутники. Да ты шо? Да. Ой-ой-ой. А откуда ты это слово знаешь? Я для себя новое слово сейчас выучил. Репеллент. Это вот откуда ты знаешь, что это гадость, которая пшикает на человека, называется репеллент? Ну вот мы поехали на фестиваль. Так. Там нам пришлось им пользоваться. Вот ну понятно, я знаю. Знаем. Жидкость против комаров я её называю всегда. А, ну... Вот что-то репеллент, это я не знал. Ну, это может быть из космоса откуда-то пришло такое знание, что вот что же нам нужно вот от комаров. Ракетный инженер, конечно, из космоса. А как иначе-то? Как иначе-то? Я вдруг подумал, что у этой песни могло быть продолжение. Если пользуетесь репеллентом, то комары-самцы, по идее, должны пользоваться контрацептивами в таком случае. Но это для того, чтобы не было этих самых в таком количестве беременных самок комаров. И, кстати, когда я в юности узнал, что кусаются только... Это у собак сучки нет. В смысле, женщины-комарики, которые... Дамы. Мне даже как-то неловко было их одно время шлепать. Ну, я понимаю, что это может испортить ее карму. Знаешь, как привыкнет к тому, что шлепают, потом придет домой, а там уже не удовлетворяется. Вот. А если шлепать насмерть, так совсем было нехорошо. Я понимаю, что женщина у меня на руке сидит. Вот, и как-то было неловко. Потом это все прошло. Ты знаешь, с годами как-то уже думаешь, да ну ее. Ну, научились шлепать. Да, правильно. А еще лучше пользоваться вот репеллентом. Тогда и дамы мимо пролетают. Ну, в смысле, комариные. Понятно. Комариные дамы. Давайте, наверное, помню смс. Портал наш 4647. Короткий номер 4647. Сначала пишите свои, делайте пробел. А дальше уже, естественно, все, что хотели бы адресовать коллективу. Значит, такое ощущение, что я где-то это когда-то услышала. Вот сектор Летов, Чистяков явно ни при чем. И все-таки где я это слышала, пишет Лекса. Давайте так рассуждать. Где вас люди могли слышать? Могли слышать да где угодно. Если приходили на какие-то концерты, фестивали, вот опять же, возвращаемся к фестивалям. На каких фестивалях могли вас видеть? Купало на Рожайке, Пустые холмы, Дырфесты в разных городах. Угу. Да, Грушинский фестиваль. Да, на Грушинском вы чего делали? Мы там играли на сцене «Остров». Ага, в полном звуке. Да. О как, так, и что еще, и где еще? Да из фестивалей вроде и все. И все, а что касаемо концертов? Концерты, мы играем по клубам, правда, довольно редко. Но вот в ближайшее время у нас намечается несколько концертов. 3 апреля в «Шоколадной фабрике». Метро «Римская площадь Ильича». Начало в 19:30. «Римская площадь Ильича» — это две станции метро, на всякий случай. Ну, а там пересадка, «Римская поэтому... площадь...» Не-не-не, да. А люди могут быть не москвичами, знаешь, как захотят на концерт прийти, и потом запишут себе «Римская площадь Ильича». Почему она «Римская», если в Москве? Метро «Римская» и площадь Ильича. Да. Просто да. Два выхода очень близкие друг к дружке. Там можно попасть... 3 апреля, пятница, шоколадку. Очень удобный день для концертов. 3 апреля, да. Да. «Шоколадная фабрика», «Малый зал». «Малый зал» «Шоколадной фабрики». Кстати, замечательное и уютное местечко, между прочим. Да, мы там будем в полном составе. С репеллентами, электричество, да, с репеллентами обязательно. Хотя в апреле нет еще у них. Спаривание несколько позже происходит у комаров, поэтому можно обойтись пока и без репеллентов. А теперь, коль мы заговорили о том, кто ты по профессии, я теперь хотел бы с музыкантами остальными пообщаться на сей счет, потому что всякий раз этот вопрос так и так всплывает. Чем занимаются музыканты, чтобы жить? Ну, в смысле, как зарабатывают себе на жизнь? Давайте по очереди, наверное, кто к нам ближе. Ну, Вадим, давай. Рассказывай, ты кто, кроме бас-гитариста группы «Ну так чё»? Ну, вообще я, в принципе, бас-гитарист. Ты этим живешь? По большому счету, да. А сколько же надо иметь, пардон, групп в своем активе, чтобы за счет музыки... Так не в этом дело, я в педагогической, так скажем, деятельности. Ну вот и начинаешь тогда. Окей, ты преподаешь игру на бас-гитаре? И на бас-гитаре в том числе. А на чем еще? Акустика. То есть вообще акустическая гитара и бас-гитара? Да, инструмент родственный, все похоже. Частные уроки?
Нет, студия. Так, студия своя собственная? Ну, не собственная, но собранная, так сказать, коллективом единомышленников. Вон как. Слушай, здорово. Клево, спасибо. Пойдем дальше. Спрашивать Сомова, чем он зарабатывает, мне кажется, бессмысленно. Он только баяном-то и зарабатывает, собственно говоря. Вот он-то, он правда везде. Он играет всюду, и тут, мне кажется, совершенно все очевидно. Сергей Федоров, чем зарабатываешь себе на жизнь? Ну, вообще, я стараюсь зарабатывать музыкой, хотя это получается, в общем, не так, как хотелось бы. Пока в хорошо. Объемах или в количестве? Что ты имеешь в виду? Не так, как хотелось. Ну, достаточно трудно все-таки просто независимому музыканту заработать денег, мне кажется. Ну? Ну, даже не кажется, а точно могу сказать. Так, ну так а чем зарабатываешь тогда? Ой, зарабатываю всякой ерундой. Ну вот, в последнее время вообще решил... И вообще-то я акустический гитарист, по большей части. Фингерстайлы всякие, фингерпикинги и прочее. Не матерись в этой студии. Да, вот, собственно, тоже уроки. Сережа сегодня уволился, расскажи про это. Сомов пришел, взял и подставил Серегу. Откуда уволился-то? Ой, это лучше не буду говорить. Не, ну а хотя бы чем ты там занимался, откуда уволился? Настраивал роутеры. Ага, да. Ну, теперь понятно примерно. Теперь ты без работы или без роутера, я не понимаю. Без роутера, без работы. Нет, хотя с роутером, конечно, да. Роутеров у меня теперь много. Черт, надеюсь, меня не слышат. Так, 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 так. Уволился, потому что надоело, достало? Да, да, ну трудно и психологически трудно играть музыку по вечерам, а там, а днем совсем в другом амплуа ходить. Ну, вот. Ты знаешь, есть примеры того, как люди музыку по вечерам, а днем в кочегарку уголек подбрасывали, если помнишь. Нет, нет, конечно, я на самом деле я ценю вообще, когда у людей получается совмещать, потому что на самом деле самая честная музыка, мне кажется, не должна никаких денег приносить, вот. Ну, да, то есть тогда, самая тогда, честная музыка — это музыка мертвых тогда, в таком случае. Ну, жить-то на что-то надо же. Ну, да, да. Ну. Значит, ты пока без работы, но, в принципе, я так понимаю, что работа у тебя была, и ты не гнушаешься никакой работой. Ну, да, да. Вот все. Хороший ответ благородного человека, который понимает, что роутеры — это не его, что тоже очень важно. А теперь у нас остался Андрей. А, значит, где я работаю? Вопрос. Я адрес не спрашиваю, я имею в виду, в какой области хотя бы. Ну, в общем-то, в Московской, в Москве, везде. То есть обширный такой мой, как это сказать, круг. Я вам скажу, я работаю на работе. Но я работаю не в музыкальном направлении. Так. Ну, хотя бы... Ну, в строительном, скажем так. В строительном. Ты... Ну, прорекламируй, вдруг кто воспользуется. А почему нет? Ты прораб? Или ты каменщик? Я исполнитель, скажем так. Исполнитель разные бывают. Исполнитель, в общем... Маляр, штукатур. Короче, кому каменщик. Интересно, есть такой сайт, называется гибкий-карниз.рф. А, ты карнизами занимаешься. Все, понятно. А как это на профессии? Карнизовщик, что ли, или карнизер? Да это не профессия, это просто такой маленький бизнес. Короче, это не профессия. В общем, фигня какая-то у тебя, а не просто работа. Надо, чтобы руки были. Да, работа хорошая, конечно. Ну вот замечательно. Главное, без напряга. Теперь мы понимаем, что группа Надыкча — это группа нормальных мужиков, которые занимаются нормальной работой, а не фигней всяческой. И все у них обязательно сложится нормально. 6 лет для коллектива — это не срок. 25, ну, больше-то у нас только пожизненно, если... Но, в общем, срок пока небольшой, так что все, я уверен, сложится как надо, потому что делаете вы, как мне кажется, все очень хорошо. Что дальше-то будет петь? А, дальше продолжим песни из про цикла в мире животных, ага. Но уже покрупнее, про собачек. Ну, собачка чуть крупнее комарика-то, да? Это правда, ты подметил. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня. Ну, так чё? Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду его искать. Белочка, белочка, скажи мне, где спрятался зайчик? Зайчика нет, вокруг одни лишь собачки. Собачки бегали, собачки прыгали, собачки плавали. За ними слоники, потом комарики, потом кудрявые. Уходи, уходи, ты здесь лишний. Удовлетворительно, хорошо, отлично. Как-то я стоял над прудом, привязав на леску плюмбу. Вот такая глубина, и вот уже клюет она.
стариков накопал я огромную пачку. Ведь рыбы здесь нет, здесь водятся только собачки. Собачки бегали, собачки прыгали, собачки плавали. За ними слоники, потом комарики, потом кудрявые. Уходи, уходи, ты здесь лишний. Уходи, уходи, удовлетворительно, хорошо, отлично. Если ты вдруг сам не свой, стало плохо с головой. Если хочется кусать, бегать, плавать и скакать. Если покрылся ты шерстью и встал на карачки. Знаешь, похоже, ты сам превратился в собачку. Собачки бегали, собачки прыгали, собачки плавали. За ними слоники, потом комарики, потом кудрявые. Уходи, уходи, ты здесь лишний. Удовлетворительно, хорошо, отлично. Собачки бегали, собачки прыгали, собачки плавали. За ними слоники, потом комарики, потом кудрявые. Вот наступит весна, и зацветет вишня. Удовлетворить хорошо, удовлетворить хорошо, удовлетворительно хорошо, отлично! Отлично! Хорошо! Ну, когда кто-то видит белочку, я понимаю, что с ним происходит. А когда кругом эти самые собачки, вопрос возникает. В каком состоянии должен быть герой этой песни? Ну, это одна из версий просто того же самого состояния. Да, потому что Екатерина Устинова, потому что она с языка сняла. Интересно, что диагноз у героя песни, когда мерещится кругом собачки. Ну да, это вот, видимо, намек на то, что... А диагноз то, что он лишний просто. Кто? Герой песни. Это понятно, да. Я, ты знаешь... Я ж зануда. Я ж полез искать, что такое репеллент. Мне ж стало дико интересно, правда. Уж прости, что возвращаюсь назад. И нашел от латинского слова репеллент — отталкивающий, отвращающий. Природное или синтетическое химическое вещество, применяемое в бытовых целях при отпугивании членистоногих. Ну, там кровососущие все дела. Слеп не может. Но там есть фишка в конце вот этого, этой маленькой статьи. Если вдруг когда-то ты захочешь немножко усложнить песню, ну, утяжелить, знаете, когда вы играете потяжелей, я тебе могу вот что предложить. Используется репеллент в виде лосьонов, кремов, мази, эмульсий, аэрозолей. Но среди вот самых эффективных репеллентов выделяются, внимание, диэтилтолуамид, бензоилипилидирин, оксамат, рибимид, карбоксид, диметилфталат. Вот я сейчас представляю, как бы это все звучало, если бы... Работаю диэтилтуамидом. Да-да-да. Вот это бы вызывало больше вопросов, я тебе скажу. Потому что репеллент, как сразу понимаешь, наверное, это то, что вот это вот. А когда вот такое слово диэтилтолуамидом... Ну, то есть нужно предоставить, да, слушателям весь спектр, чтобы было из чего выбирать. Ты же меня заставил при слове репеллент полезть в интернет. Ты понимаешь, что это у тебя наукообразующее вообще производство? У тебя песни образовательного характера. Это хорошо. Это же важно, когда у человека появляется желание понять, о чем, собственно, спето-то здесь. Ну, про собачек понятно. А вот с этим... Вот. Юлия Усова пишет: удивляюсь, вроде не очень такое люблю, а тут прям хорошо и позитивно. Смотри. А такое, смотря какое. А не, она любит потяжелее. Ага. Ну, музло потяжелее такое. Но все равно хорошо. Значит, Андрей Архипов написал: я чувствую себя глубоко укуренным. Ребята, что вы там употребляете-то хоть? Ну, неужели же все это пуэрчик только? А вы что, пили пуэр сегодня? Нет. Ну, вот, например, песню «Скорей бы лето», как я рассказываю всем вокруг, я написал, когда сидел на химии. Ну, я сейчас хочу, прежде всего, прежде чем ты мне ответишь на этот вопрос, кое-что разъяснить. Химией в некоторых кругах называют еще зону. Зону
Это вот тот самый режим, самый легкий и самый простой, называется химией. Ты сидел на химии. На какой из? Ну, я сейчас вот тоже почерпнул что-то новое. Какой образовательный эфир у нас сегодня получается. Зона общего режима, так называемая, называют химией? Нет, ну, на самом деле... Ну, зачем я буду это рассказывать? Так вот я сказал, и все задумались, а где же действительно, как же так вот и сидел. А так я расскажу, и будет неинтересно. Да. Пусть это останется тайной. Но уже ты меня сейчас пугаешь. Химией еще называют и ситуацию, когда человек лечится от онкологического заболевания, например. А, ну хорошо, хорошо. Я сидел просто в университете имени МГТУ, Боже имени Паумана. На лекции по химии? На лекции, конечно. Фу, ёшкинка. Ну вот как так? Как с ним разговаривать? Он же все видит совсем другими глазами, совершенно смотрит на жизнь. Это, может быть, я немножко более черным взглядом. Оказывается, это просто предмет химии был. Ты любишь химию? Нет. Ну, а поэтому я сидел на ней и писал эту песню. Если бы я любил, раз бы я писал бы там песни. Ты знаешь, всяко бывает на самом деле. Может быть, химия так тебя воодушевляет, может быть, тебя настолько внутренне поднимает, что... Ну, может быть, где-то глубоко внутренне, что вот внешне я даже этого не заметил. Ну, так что, само по себе название, ну, так что, оно уже говорит о чем-то, ну, вроде как несерьезном, а о таком достаточно веселом. Ну, в смысле, не то, чтобы несерьезном, значит, никому не нужном, а веселом, забавном, таком разухабистом. То есть, получается, у вас песен грустных или там типа баллад вовсе нет? Ну, в общем, есть. Так. Ну, несколько. Но мы. Есть у нас совсем грустные, мы их сегодня не будем играть. А, но какие-то не совсем грустные все-таки сыграете. Ну да, конечно. Я почему спрашиваю, потому как корабль назовешь, так он и поплывет. Да, так на нем и напиши. Ну, в общем, правильно. А, это же такое дело уже привычное. Поэтому, когда вы назывались как Нудыкчо, вы же понимали, что это. Вот я, например, когда вижу название Нудыкчо, если бы я вас не знал, я бы себе представил людей. Почти в русских народных, знаешь, костюмах таких вот. Эх, ты там. Ну, а что, ассоциация сразу. Первая, самая тупая, ну, да. Которая рождается. А вы нет, а вы немножко по-другому выглядите, мягко скажем. Ну, мы немножко преобразились за 6 лет. Так, а было поначалу так? Шаровары там? Поначалу, нет, шароваров не было. Но мы вообще так играли все подряд. Угу. Начинали с каких-то каверов. Ну, а как потом, все. Да, конечно. А потом перешли вот потихоньку к своим. Угу. Перешли вот на свое, в конце концов. Это очень правильный путь. И вот когда от каверов переходишь к своим произведениям, прямая дорога на свое радио. Прямая. Вы как-то так, я сейчас молодым музыкантам, пока играющим кавера, об этом сообщаю на всякий случай. Переходите на свою. И потихонечку переходите на свою химию. Так, давайте будем петь дальше. Что это будет? Следующая песня, ну вот как раз она уже не такая веселая, называется «По проводам». Слышь, как я угадал-то, надо, как попал в интонацию. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Ну так что сегодня здесь? Поехали. Поселюсь один на поцарапанном битом стеклом полу. Я постелю себе коврик из пыли и солнечного луча. Я заведу свои часы ровно на никогда. И чтоб не слышать звука секундной стрелки, вытяну их на по проводам. Я передам последний свой привет туда, откуда я ушел не так уж много лет назад. Дороги больше нет, и по утрам меня не будет, дальних звезд манящий свет. Я промолчу о том, вообще обо всем я буду только молчать. И буду думать, что все нормально, даже может быть хорошо. Я запишу слова, которые хочется мне сказать. Порву бумагу, сожгу, развею пепел. Вот и все, по проводам я передам последний свой привет туда, откуда я ушел не так уж много лет назад. Дороги больше нет, и по утрам меня не будет, дальних звезд манящий свет.
Я буду спать в углу, мне не будет дела до этой зимы за окном. Я забуду о ней, и она не ворвется в мой дом. Я закрою глаза, мне будет сниться лето и солнце, что было вчера. Если ты веришь в эту сказку, добро пожаловать сюда. Приходи ко мне, мы посидим на поцарапанном битом стеклом полу. Я постелю тебе коврик из пыли и солнечного луча. И мы с тобою помолчим вдвоем, ведь нам есть о чем помолчать. И мы с тобою вспомним лето, солнце, и нам будет плевать, что зима кругом зима. И то, что солнца больше нет по проводам. Последний мой привет, последний мой припев, последний мой куплет, и по утрам меня не будет, да и вообще нас больше нет. Я сейчас прочитываю периодически, что пишет народ, и, ты знаешь, на вопрос от кого-то, кто-то задал вопрос из наших слушателей, а что, никто вообще при фразе «сидел на химии» не подумал об уроке химии? Никто. Ты знаешь, насколько испорченная все-таки у нас сейчас молодежь, и я в том числе. Я об уроке даже не подумал. Давай так, есть у меня подозрение, или, как скажем, некое такое туманное воспоминания о том, что вы поете не только свои песни. Да, мы поем еще песни Вени Дыркина. Вот, вот, вот об этом. Вот мы, собственно, с них и начинали. Угу. Ну, а, да. Так. Вот. Ну, так вот сложилось, что когда собралась группа «Ну так чё», мы стали думать, а где бы нам выступить. Ну, то есть своих песен не было, играть мы толком не умели, и мы решили вот подать заявку на Дырфест. Секундочку, можно сейчас, вот, ты не забудь, что хотел сказать. Вы когда только начинали, и как сейчас говоришь, играть вы не умели, вы говорили вслух о том, что мы вообще-то группа молодая, играть мы еще не умеем? Или тогда все-таки держали в себя в руках и не признавались в этом никому? Нет, ну мы не признавались, конечно, да. Хорошо, хорошо. Мы старались, чтобы хорошо, всех хорошо удивить. Такое, то есть не лишний что это за группа, не лишняя галочка, честные ребята. Так? Вот. Так. А, ну вот, и не умея играть, вы поехали на Дырфест. Мы не поехали, мы туда, в общем-то... Ну как поехали? Он был в Москве. Ну, мы туда поехали, но на метро. Ну хорошо, поехали. Ну, да, поехали на метро, хорошо. Так. Приехали, сыграли. Ну я на самом деле не помню. Я так нервничал, что я вот вышел на сцену. И потом помню, как ушел с нее. И все. Ну, а да, то, что было на сцене, ты не помнишь? Ну так, в общих чертах. То есть как-то отключился и так трынь-брынь-трынь-брынь. Знаешь, это самая распространенная отмазка у мужиков, которые говорят, я не помню, что было, но знаю точно, врут. Наверняка помнишь, но не очень хорошо, потому что волновался. Ну, конечно. Вот. А тогда у меня к тебе есть вопрос. Я понимаю, что, скорее всего, вы сегодня в свой трек-лист этих песен не вносили? Вносили. А, да, но они у нас как бы есть по порядку, и вот сейчас следующая будет еще не эта песня, а вот через одну уже. Будет все-таки. Да, будет, о, песни, отлично, все. Тогда никаких вставок мы делать не будем, значит, это все закреплено трек-листом, значит, мы услышим сегодня песни Вени Дыркина тоже. Что касаемо вообще творчества и музыки. Музыка у вас легкая. Ну, это же не тяжелый рок, правильно? Ну, да. Радостная, легкая, светлая, весенняя музыка. Я бы даже сказал, такая праздничная. Ну, такая, в хорошем смысле праздничная, без подколов абсолютно. А вот это настроение, общее настроение, коллективное настроение, оно чье? Ты пишешь тексты, я понимаю, но потом-то все делают аранжировки, ни у кого не возникает желания по ходу какой-нибудь репетиции как замутить какого-нибудь такого фуза на гитаре, вот так, чтобы прям аж перевернуло. Ну, наверняка у гитаристов такие мысли бывают. Ну, нельзя. Музыка должна быть светлая, блин. Мне кажется, просто наличие баяна в том числе тоже определяет такое настроение. Что если сделать перегруженную там слишком гитару, сделать ду-ду-ду, то просто баян забьется и как бы... Ну вот все у нас как-то само складывается, не знаю. У нас и название такое, ну дык чё? Вот действительно, как корабль назовешь. Вот, то есть мы как бы
назвали, а потом у нас каждый раз все как-то спонтанно, и все само происходит. Так. Угу. То есть, когда пытаешься все это направить в какое-то русло целенаправленное, то тут же все рассыпается и ничего не получается. Угу. Вот. А как только отпускаешь, а ладно, ну, как пусть получится, плывет, так получится. Пусть плывет, как тут плывет. Же получается нормально, да. На самом деле у нас просто Саня Сомов абсолютник с абсолютным слухом и жестко не любит перегруженную гитару. Мне иногда хочется. Он мне разрешает. Он говорит, нет. Саня, ну вот портишь ты всю картину, блин, со своим абсолютным слухом. Ну, ты когда сказал, что у нас баян, я тебе могу привести некоторые примеры, да их много, когда есть баяны, при этом такие клевые, я тебе скажу, перегруженные гитары. Ну, просто там, видимо, баянисты, не абсолютники. Да, возможно. Им больше повезло немного. Я вообще считаю, что круто, когда драйв получается вот за счет каких-то естественных причин. Ну, то есть не электронные обработки гитар, там, если мы сделали там тяжелее гитары, то сразу вроде стало круче звучать. Нет, а вот если не делать ничего тяжелого, но при этом, чтобы это звучало с такой подачей, что люди будут также на это реагировать, как при такой тяжелой музыке, то это же круто. Вот, круто. Федор Чистяков там, круто, группа «Ноль», да, например. Круто. Нет, не вопрос. Я скажу так, в театральных кругах бытует, ну, такая достаточно серьезная вера, или, если хочешь, да, такой не миф даже, наверное, не легенда, а устойчивое объяснение таланта. Это когда два актера выходят на сцену, причем сцена черная, на ней ничего нет вообще, пустая темная сцена. Оба эти артиста в черных трико и два стула. Они ставят эти два стула, садятся на эти два стула и потом два часа держат зал, не отпуская зал. Ну да, зал. Вот примерно ничего так же, лишнего. В плане музыки. Вот за счет того, что у них есть драйв. Внутренний талант. Вот, собственно, вы и есть те самые актеры, которые без чего-то лишнего, без всяких там наворотов, шоу, без перьев, и, ну, всякой разной лабуды и фузов гитарных. Да, у тебя даже педали, по-моему, нету на гитаре. Нет, есть одна. Что, есть одна все-таки? Затесалась. Так я одна затесалась. Вот. Они дают драйву, дают жизни. Это ж клево. Давайте петь дальше. Это что Следующая будет? Песня «Шнурочек». Так, ага. Сейчас я соображу. То ли я подумал, когда он назвал песню. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Ну да к чё». Поехали. Последняя волна не достигла берега. Небо оказалось чересчур высоко. Птицы больше не желают есть крошки. Они хотят зерен и чего-то еще. А все, что было раньше, никогда не забудется. Найдется тот, кто все сохранит. Выходя со двора на широкую улицу, чувствуешь, будто твой мир разбит. Рок-н-ролл превратился в паству. Повесился чувак на шнурочке синем. Ну где найти болезнь твоему лекарству? И где найти бы сил твоему бессилью? Закрасили дворники строчки на стенах. Небо на асфальте смывает мел. Зеленые листья покрылись серой пылью из-под черных колес. Пересохшие песни на выжженных нотах, скупая слеза бытия. А что там скрывается за поворотом? Чья-то новая жизнь, может, даже твоя. А там, где рок-н-ролл превратился в паству, повесился чувак на шнурочке синем. Ну где найти болезнь твоему лекарству? И где найти сил твоему веселью? Достигла берега, небо оказалось чересчур высоко. Птицы больше
не желают есть крошки. Они хотят зерен и чего-то еще. Они хотят зерен и чего-то еще. Они хотят зерен и чего-то еще. Ну, я хочу тебе сообщить, что вот тут-то я не ошибся, когда ты сказал «веревочка», я тут же подумал, кто-нибудь на ней повеситься должен. А, как я понял, уменьшительно-ласкательные – это в твоем репертуаре вообще, в принципе, нормальная совершенно форма. Ну, да, конечно. Комарики, веревочка. То есть это так по жизни сложилось? Ты такой вообще, в принципе, человек ласковый, добрый ко всему окружающему миру? Или в творчестве образ некий? Да нет, мне кажется, мы когда вместе собрались, у нас какой-то коллективный такой уменьшительно-ласкательный образ появился. Там Сашечка играет на баянчике, Андрюшенька на барабанчиках, да. Вадимушка на бас-гитаре. А шнурочек-то на нем надо обязательно повесить. Сереженька, да. Нет, Сереженька, я не про шнурочек сейчас. Подожди, ты же не лови меня на слове, не дай бог. Нет, нет, я не о том. Да, я говорил веревочка, ну шнурочек, да. Шнурочек, это я поправил так. Ошибочку. Вот я сейчас начинаю уже перехватывать эту историю, понимаешь? Группочка сегодня, то есть, ну так что здесь? У нас сегодня, да, понедельничек у нас, хороший день недели, недельчики. А вообще, в принципе... Хорошенький, да, хорошенький. Это вообще хорошая фишка, на самом деле. Из этого всего, особенно когда делают взрослые люди, может получиться очень забавная история. Когда дети, ладно, а когда взрослые, они же делают это серьезно, серьезным лицом. И... А, кстати, дети. Любят ли вас дети? Дети? Ваше творчество, я имею в виду. Ну, по крайней мере, собственные любят. Ну, не, собственно, и куда им деваться-то? Они же прибиты уже к стенке, что называется, обязательств. Куда им деться? А вообще на концерты на ваши ходят люди с детьми? Ну, мне кажется, вообще люди с детьми мало на концерты ходят. Но были случаи, да, приходили, и вроде дети не убегали в рыданиях, все было хорошо. Ну, у вас же нет песен с нецензурной лексикой, правильно? Есть. Так, секундочку. Я-то как-то думал... Так она тоже у тебя такая вся, как шнурочек такая, вежливая вся эта лексика? Нет, нет. Нет? То есть ты можешь... Ну, мы вам ее не покажем. Ну, это понятно, что я тебе не дам этого показать. Без... Я к тому, что ты можешь, в общем, в принципе. Да, Рубануть можешь. А да. Если заменить слова, то как? А там вот, нельзя заменить слова. Не, мы даже 3-2 раз придумали для определения той самой вот, которую нельзя сказать про мужчину. Да, который... это мы уже... Ну, так можно придумать же как-то, как закрутить, как вот обмануть ухо. Но мы пытались, не получилось. Не получилось, да, ничего. Понятно. Ну, ладно, настаивать не будем. А мне было просто любопытно. Шнурочек супер, категорически нужен альбом. А так бы шнурочек-то даже в ротацию, пишет Юлиусова. Намякивает мне, понимаешь? Намякивает. Намек понятен. О, еще одна в плейлист машины. Почему-то нужные песни, знаешь, прямо с первых аккордов. Будет после песни Селиванова стоять, пишет Руслан Ильинов. Ну вот, например, немного вокала Растеряева, кстати, напомнил в одной из песен. Что-то общее есть, пишет Дмитрий Шабанов. Ну, мне все время говорят, что вот напоминает, но все время разных людей все время называют. А, я думал про Растеряева все время. Нет, про Растеряева первый раз. Вот, я тоже ничего не услышал про Растеряева, но кому-то напоминает. Вот. О, нормальная песня. Все-таки могут, пишет Лейтлев. Это вот он один из тех, кто написал в самом начале, что не его музыка, он вообще металлист. Это я просто знаю, уже у нас есть часть аудитории, которую узнаешь по аватаркам. А тут, смотри, такой человек, любящий тяжелое музло, так, о, смотри, могут, ничего. То есть, понимаешь, драйв, ты прав был. Драйв можно делать и без такого жесткого фуза, только за счет... Вот к этому и стремимся. Молодец. Нет, я же не спорю, как раз это очень хороший путь, мне кажется, добрый такой, правильный. Так, ни на что это не похоже, свой особенный стиль. Если он у них есть, конечно, пишет Лекса. Очень часто... Хорошо завернули. Свой стиль, но вот есть ли он у них? Есть ли он у них есть. Я объясню, что она имеет в виду. Просто музыканты часто говорят, мы играем рок. Кто-то говорит, мы играем поп-рок. Мы играем фолк-рок. Кто-то говорит, да мы не знаем, что мы играем. Мы играем музыку. А уж кто там, что под этой музыкой видит, то ли рок это, то ли поп-рок, то ли это фолк-рок. Да, каждый сам то ли безалаберный бард-панк с гармошкой. Вот как у вас, да. Значит... Сейчас, секундочку. Ну, я не знаю, что ты ответишь на эту реплику, но я прочитаю, мне забавно. Я, честно говоря, с этим никогда не сталкивался. Денис Журавлев диагноз ставит. Хочешь диагноз?
Я в группе или не-не-не-не, сейчас поймешь. Сейчас поймешь. Не-не-не, сейчас поймешь. Он вообще в общем и целом. Вот. Вообще-то, пишет он, первый признак психического отклонения — это употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов в отношении неодушевленных предметов. Ложечка, стульчик, там, книжечка и так далее. Но ты же поешь в уменьшительных и про собачек, и про этих комариков, и про шнурочек. То есть у тебя и эти самые одушевленные, и неодушевленные, все уменьшительно-ласкательные. Вот. Ну да. Значит, тут одно другим компенсируется, мне кажется. Если хорошо. Что. А я, кстати, проверю Дениса, ведь я же полезу сейчас в паузе, поищу же, есть ли такие признаки на самом хорошенький деле. Хорошенький диагнозик. 4647, это короткий номер для СМС. К вашей сначала пишите свои, потом пробел, а потом уже все, что хотели бы адресовать на СМС-портале, например, «Солнечная музыка». Спасибо большое музыкантам. Глеб Калявин из Петрозаводска. Спасибо, написал. Глеб Калявин из Петрозаводска. Приятные слова, как мне кажется. Нам бы надо бы... прерваться? Час уже пролетел. Я, в общем-то, и заметить-то не успел. Прерваться, но ненадолго. Сейчас как бы... Часик-то наш уже пролетел. Следующий часик впереди ожидает нас. Каких-нибудь 5 минуточек, 6 минуточек мы должны подышать, студию немножко проветрить. Ну, а потом, само собой, с радостью вернемся обратно и продолжим программу с группой «Нодык и чё». Как Денис-то возбудился, который писал про диагнозы. Целую простыню написал. Одним из вариантов возбудимой психопатии является эпилептоидный тип. И ссылка на Википедию. В общем, тебе надо задуматься. Ну, я лучше не буду об этом читать даже. Значит, смотри, какая штука. Пауза была большая после того, как мы выходили отсюда. Очень бы рекомендовано было бы сейчас что-то спеть. Я так понимаю, как раз эта песня будет Вени Дыркина. Да, песня Вени Дыркина. Замечательно, потому что на этом, собственно говоря, кто-то тоже заклинился. Хотелось бы послушать, как это у вас звучит. Окей? Хорошо. Как называется она? «Костры над рекой». Как всегда, живой звук. В программе «Живые». Спасибо. Сегодня здесь, ну так что, поехали. Бросали первые камни, собаки ласкались и кусались за ноги. Я смотрел окно, смерч захлопывал ставни, а дороги в Клондайк приводили во строги. Я из лука стрелял, чтобы невесту я лягушек ласкал. Думал, царевны, я драконов искал, что спасти принцессу. Уделами закусывал нервы. Не о такое мечтал, не тебе читал. Потом на донях держал и не перечила. В ее глазах прочитал поле кречета, дикий мед и зверобой. А разум запахом трав задурманила, бросала в пламя костра, не поранила, хватало сил до утра и как правило костры над рекой. По улицам отолинчеванный вождь волей народа мне больнее из-за косматого сторожа сада, который не займет свое место у входа. А музыки столько, что можно оглохнуть, а света побольше, чем можно представить, и тепла ровно столько, чтоб не подохнуть. Спички, сигареты да память. Я такое мечтала, не тебе читал. Потом на тонях держала, не перечила. В ее глазах прочитал поле кречета, дикий мед и зверобой. Была беременна, но не целована, морду из крыши перезимована, и поливала вином да без повода, а не травой. Наше место и не выменять, ее не стяг, не продать за полгривенек, чтобы подохнуть, начать снова с времени. Бог мой! Это серьезно.
Почти металл. Это серьезно. Ну, насчет почти я поспорил бы. Это вообще абсолютный металл. Но, тем не менее, это уже не та бесшабашная радость, которой, в принципе, вы делитесь, братцы, когда поете и пишете свои песни. А почему именно Дыркин? Ну, как-то выбор вот... выбор так на него-то пал? В тот момент вот проперло, и захотелось очень играть. Мы стали это делать. Не стали себе отказывать в таком удовольствии. А много ли песен его вы поете? А, ну, вообще, если посчитать все, которые мы когда-либо пели, то там больше 20. А почему именно он? Нет, он клевый, я же не спорю. Почему, например, не знаю, не Высоцкий, условно говоря? Ну, да? Высоцкий почему? Не поется вот нами. Просто, угу. Ну, как-то вот не лежит. Угу. А Дыркин прям очень лег. Ну, лег, да, лег. Красиво, очень убедительно лег. Только потому что лег, или потому что чувствуешь ты его лучше, чем других, может быть. Ну, был порыв, да, играть именно вот Дыркина, тем более, что ну, многие песни. Ну, вживую это его песни вообще сложно услышать. То есть. Ну, даже на Дырфесты мы когда приходили. Я еще приходил, еще не было никакой группы на Дыкчо. И слышал, что ну, не все играют Дыркина вообще, и играют там по паре песен. А мы решили сделать побольше песен. Ну, то есть мне вот хотелось их услышать. И я решил, что зачем это перекладывать на кого-то, вот сам их и спою. Буду слышать от себя. Да. Решил так ты. И получилось. Кстати, я упустил одну очень важную деталь сегодня. То ли я пропустил это, ты говорила, я пропустил, то ли ты как-то сказал, я не очень понял. Сегодня у группы Нудокчо вообще первое выступление на радио. Да. У вас сегодня абсолютная премьера. Конечно. Слушайте, ну для первого выступления, я полагаю, сейчас меня поддержит аудитория своего радио. Уже больше часа прошло, как вы здесь. Для первого выступления это просто роскошно. Спасибо. Ну, за такое признание. Счастливый барабанщик. Нет, это правда круто. И насколько я понимаю, басист у вас всего неделю. Ну да. И он за неделю выучил практически весь репертуар группы. Ну, он же преподает даже бас-гитару. Ага, ну то есть память профессиональная, ты в этом смысле. Конечно. Слушай, ну тогда объясни, пожалуйста, как тебе это удается-то? Репертуар-то ничего себе, нехилый, большущий. Так на самом деле получилось все совершенно просто и как-то фантастически, наверное, на мой взгляд. Буквально пару песен мне скинул господин Сомов. Всех подставляет. Ну, всех Сомов подставляет. И тут понеслось. То есть мне эта музыка настолько близка, именно по духу. То есть я, ну, во многих разных коллективах участвовал, но... И потяжелее наверняка были коллективы. Конечно. И гораздо тяжелее. И гораздо легче, гораздо более замороченные, гораздо более простые. Но это прям вот я понимаю, что это действительно то, что впирает. Это такая музыка с атмосферой, с глубокой. Ну, так я с этим-то не спорить не буду. Но именно потому, что потому что тебя атмосфера так впирает, ты поэтому так быстро и легко разобрался с репертуаром. Ну, проще делать то, что нравится. Логично. Логично. Ну, так вот и получилось, как по названию. Ну, так что, сыграешь с нами? Ну, так ну, попробую. Ну, так что, попробую. Клево. А я тут вспомнил, сейчас попиарим немножко программы, идущие на своем радио. Есть у нас программа «Малиновый пиджак», и там на той неделе в гостях был Скородет. Ну, понятно, да, группа «Монгол Шуудан». И вот он рассказывал о становлении коллектива, когда был период тоже, как вот ты сказал, играли-то еще не очень как-то. Все только-только начиналось. И, говорит, басист у нас был, который играл бас-партии, повторяя вокальную партию. Ну вот представь себе, что это такое. Ты бы смог сыграть басовую партию, повторяя вокальную партию Лешину? Ну, если очень захотеть, то, конечно. Вот. А Скородет объяснил это тем, что чувак играть особо не умел, он просто повторял то, что поет вокалист, и все. Мне интересно вообще, как это можно сыграть. Вот сейчас, если поэкспериментировать на следующей песне. Есть, наверное, определенный смысл. Я, честно говоря, не представляю себе как. Мне кажется, это гораздо сложнее, чем делать бум-бум, бум-бум-бум-бум-бум. Понимаешь, а там казалось, что люди... А, народ смэка требует этот, переклички. Ну, у нас есть такая, ставшая традиционной, игрушка. Ну, очень простая, кстати, такая незатейливая среди слушателей радиостанции и программы. Перекличка называется. Я просто прошу какой-то период времени, чтобы люди написали город, из которого они служат эфир.
У вас сегодня первый эфир на радио. Вы немножко нервничали. Сейчас, слава богу, успокоились. Я хочу спросить, разрешение спросить. Если вы услышите географию сегодняшнего вашего концерта, а до конца эфира еще 45 минут, вы сможете нормально дальше работать без нервов, без волнений? Ну, я думаю, мы сразу прям с эфира не побежим за билетами, чтобы лететь в те города. Вот, так что мы потерпим. 45 минут потерпим. Хорошо, потерпите. В таком случае даю отмашку, друзья мои. Пока будет звучать следующая песня, пишите, в каком вы городе, откуда вы слушаете сегодня программу «Живые». А потом я эту карту музыкальной географии ребяткам зачитаю. Я думаю, им будет интересно. Что за песня будет дальше? Следующая песня, еще одна песня Вени Дыркина. «Мы туда не пойдем» называется. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня... Ну так чё? Поехали. Зачем, а кто в чем, но только сразу чур сегодня не пьем. А какая весна, у нее в саду дом, у нее цветет сад, но мы туда не пойдем. Каждый хочет в нецелованный лес, а прошлой ночью тоже ждали чудес. Но мы не верим в чудеса за углом, только в двери да квадраты окон. У нее хоть до утра и у гостиного и вином, ее давно уже пора, но мы туда не пойдем. Вечер, иглою стогу, себя занять нечем, не пожелаешь и врагу. За секундами минут, за часами день за днем, а ведь где-то же ждут, но мы туда не пойдем. Хорошо. Серьезненько так, я скажу. А в записи эта вещь есть? В хорошем качестве? Нет. Ладно. Вот. Только на видео. Вот это хорошее слово. Будет вот это хорошее слово. Конечно. Ну что, интересна география? Да. Ну давайте, поехали. Ухта. Ухты. Ухты. Есть такой город, да. Ухта. Пестово. Это Новгородская область. Далее. Щучье, Курганская область, Брест, Новгородская область, Нефтьюганск, Ульяновск, Нижний Новгород, Тверская область, Обнинск, Барнаул, Костромская, Камрад, это Молдова, Саратов, так, город трех революций, ну понятно, Питер, Москва мы не берем в расчет, потому что всегда, это же ясно, рядышком. Краснодарский край, Белореченск, Иваново, Краснодар, Челябинск на связи, Тверь, Электросталь, Московская, Нижний Тагил, Волгоград, Йошкар-Ола, Орел, Костомукша, Тула, Клин, Западно-Малобалыкское месторождение. Открыл Нудыкчо после анонса. Западно-Малобалыкское, надо посмотреть, что это. Значит, Кетово, Курганской области, Кетово, Чайковский, это Пермский край, Воронеж. А дальше человек шутит очень хорошо. «Привет, ты из Сталина». Таллин. Так, Иваново, Архангельск, Лондон. Причем это реальный Лондон. Подожди, ты дальше не слышал. Значит, Бордо.
Да, Франция, понимаешь, да. Канада, Штаты, это всегда с нами рядышком. Монреаль, например, это абсолютно однозначно. Лондон однозначно. Ижевск, Балашов, Саратовской области. Так, куда делся чат? В чате тоже. Ессентуки, Бакучар, я не знаю, где это. Уфа, Воронеж, Семипалатинск, это Казахстан, Ижевск. Ну, чего, надо еще дальше продолжать-то? Уже, по-моему, все... Да, прекрасная география. Ясно. Образовательный у нас эфир, да, узнали много новых названий. Для вас, да. Сан-Франциско, между прочим, Монреаль. Это тоже вот те города, которые сейчас упоминаются. Причем люди не шутят. Я поначалу думал, что шутят, потом оказалось, не-не, не шутят. Очень серьезно врут. Правда, это правда. Это чистая правда. География у программы очень большая, очень широкая, когда мы говорим о том... Вот, например, Эрфурт, Германия, в чате на сайте отписался человек. Когда мы говорим о том, что у нас шарик, кто-то мне говорил, а вы не спрашиваете на эфире, вы возьмите карту России и повторите. И там глобус ставить надо тогда, а не карту, потому что слушают по всему шарику. Широкая аудитория у вас сегодня, очень большая. И буду надеяться на то, что эта широкая аудитория вас полюбит, вас будет слушать с удовольствием. Вы только пластинки пишите. Обязательно. Вот. Возьмемся серьезно. Это надо делать серьезно. Привет из Воронежа. Так душевно у вас. Успехов в группе и радио. Я очень доволен, пишите. Привет, Воронеж. Мы очень любим Воронеж. Без подписи. Муром. Вот отписался человек. Просто Муром. В Муроме слушает. Ничего другого не сказал. То есть, опять же, как географическую точку поставил сегодняшнюю. Снова Архангельский, Петрозаводск, Скопин-Рязанская, Нижний. Ну, в общем, я могу долго. Балашов, Саратовская. Люди продолжают еще писать. Тут вот есть Артем Загурский. Да, тут он есть. Есть. Угу. И Артем Загурский пишет. Сижу тут на диване, слушаю вас, и у меня возникло два вопроса и одно утверждение. Первое. Я работаю в компании, которая продает роутеры. Не шутка. Не мог бы гитарист по старой памяти их настроить? Второе. Почему у вас такой классный барабанщик? Алексей, когда отвечает на вопросы, похож на Стива Бушеми. А вообще, я очень люблю эту группу. Удачи вам, парни. Тут и вопрос, да, и утверждение. Я не знаю, как отнесется гитарист, как написано, коллектива, к настройке роутера. Видимо, по лицу его, я понимаю, что не очень он с этим согласен. А на вопрос, почему у вас такой классный барабанщик, я полагаю, ответит сам Андрей Капустин, барабанщик. Я не знаю, что ответить. Видать, я такой. А классный в каком смысле? Это второй вопрос, мы на него не отвечаем. Главное, что ты ответил, потому что я... такой. И это самый точный ответ на любой вопрос. Почему вы «да, я такой»? А почему «да, я такой»? И я думаю, что после такого ответа никаких других вопросов возникать не должно. Сегодня здесь группа «Нудыкчо», группа веселая, группа позитивная, поющая и свои песни, и песни Вени Дыркина. То есть, в принципе, еще раз возвращаясь к теме чужих песен, никого, кроме Дыркина, не поете? Свое и Дыркина? Нет, но мы так, в качестве прикола, поем и другие песни. Какие, например? Ну вот, приходите на концерт 3 апреля в «Шоколадную фабрику», да, в 19:30, метро «Площадь Ильича». Угу, приходите и послушайте там всяких песен. Мы там и свое будем играть, и не свое. Ну, понятно. Это люди-то придут 3-го-то, я уверен, потому что вы интересны. Но если так сегодня, а вдруг об этом... Какие еще, кроме Дыркина, песни поете? У нас тут «Ласковый май» звучал, я вам скажу, в исполнении людей, которые не должны бы его петь, по идее. Ну да, там «Белая стрекоза любви», там. Да ладно? Николай Воронов. Такое поете? Да, поем. А ну-ка. Ну, не сейчас. Почему? А почему? Не, а почему? У вас же в трек-листе-то этого нет, все равно. В трек-листе нет. А давайте порадуем аудиторию, у нас любят такие приколы народ. Чего? Давайте. Давайте. Это же не лишний повод порадоваться за вас и порадоваться за то, что вы веселые. А как это делается, спрашивает Сомов. Пальцы берешь, ставишь на клавиши и играешь. Как это делается? Сомов вопросы задает. Лучший баянист страны вопросы задает. Странные такие. Давай. Я не знаю, как мы это будем делать. Не знаю. Как... А давайте, как получится, так и получится. Давайте, у нас будет акустический небольшой давайте. Аншлаг. Да. Аншлаг. Давайте. Нет, не то слово, не подходящее. Сомов. Да я ж не помню аккорды. Сыграй ты, а я буду вот так вот. Thank you.
настанет тот день, тот час, тот щедрый миг любви, когда настанет тот день, тот час, когда сольются наши сердца. Ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, мне так одиноко, а ты уезжаешь, а ты уезжаешь надолго, надолго. Белая стрелка, залюби стрелка, забуди. Белая стрелка, залюби стрелка, залети. Белая стрелка, залюби стрелка, залети. Белая стрелка, залюби стрелка, забуди. На этом, пожалуй, и закончим. Сомов первый не выдержал, отвалился. Я, откровенно скажу, не очень в курсе подобной музыки, но полез, пока вы пели в интернет, это Виагра, я так понимаю. Нет. Нет, «Белая стрекоза любви», а чья это Николай песня? Воронов, такой мальчик с Ютуба. Так, секундочку, Юля, вот чтобы я сейчас руки по клавишам не стучал. Белая, набираешь «Белая стрекоза любви». Зачем мы это сыграли вообще? И открывается первым делом «Виагра». Даже с видеоклипом. Поэтому я не знаю, Воронов это или не Воронов, но поете вы «Виагру». Хорошо. Да, чтобы вы тоже были в курсе. Сейчас Юля проверит на всякий случай. Народ пишет: круто, круто. Группа Quest Pistol купила права на эту песню, так что даже сам Воронов теперь ее не может играть. Ждите судебных исков, пишет Артем Загурский. Артем, какой ты недобрый. Выйди из комнаты. Недобрый. Недобрый. Терпеть не могу «Стрекозу», но в этом звучании повеселило, пишет Ира. Впервые слышу такую песню. Она вообще известная, спрашивает Юлия Усова. Но это аудитория своего радио. Здесь слушают исключительно хорошую музыку. Но, в общем, в вашем исполнении даже эта песня ничего выглядит на самом деле. Ну что, нашла ты? Виагра? Я тебе говорю, Виагра. Воронов. Как нет? Ну, подожди, я же наберу. Ладно, я сейчас тогда сам опять снова. Пока будет следующая песня, я буду искать. Это сейчас мне Мишка показывает вот это вот Воронов вот это. Ну, тогда да. Тогда и Виагра не нужна, мне кажется. И даже Виагра мне поможет уже тогда. Я думал, что хуже, чем... как ее, господи, «Божья коровка, лети, лети, лети» от товарища по фамилии, сейчас и вспомнить бы его... молодого педофила и помощника депутата. Как же его звали-то, господи? Кристоф, да. Вот, песня про божью коровку, которая там куда-то должна... Я думал, что трэша большего я не обнаружу в жизни. Есть группа «Стекловатый». Это да. Но это другая история. Примерно та же, кстати. 46-47, короткий номер для СМС-сообщений ваших. Сегодня у нас здесь, я вам скажу, тепло. Ну, в хорошем смысле весело. Потому что ирония, с которой ребята работают, лично мне очень близка. Я поддерживаю их в их творчестве. Мне пишут, что я не тот поисковик использую. Ладно, я сейчас еще раз полезу, посмотрю. Мне прям действительно интересно стало, что там за стрекозы и где они любят вообще. Где любят комарики, я уже в курсе. И как с ними бороться, понимаю. Вот со стрекозами пока еще не разобрался. Что касаемо фестиваля. Ты же уже упоминал фестиваль «Шикофест». Да. Давай-ка мы еще раз его упомянем. Ты же больше меня знаешь про это дело. 22-24 мая. Вот. Фестиваль «Шикофест». Три сцены, три дня. Большой фестиваль со множеством музыкантов. Угу. В том числе и мы там будем на одной сцене, на одной из дней. В общем, следите за информацией. Угу. Узнайте, где ловить нас, где ловить другие уважаемые группы, которые там будут. В общем, фестиваль бесплатный, недалеко от Москвы, 60 километров по Дмитровскому шоссе. Угу. Ну, то есть главное условие — прийти пешком? Или это шутка? Ну, это шутка, конечно. Понятно. Нужно прилететь. Вот я нашел. На самолете. В интернете вот. Белая стрекоза. Виагра поет эти. Виагра, белая стрекоза. Это же оно? Ну, не совсем. Не, ну. Мы не слышали этой версии. Я тоже, но я сейчас просто повышаю свой интеллектуальный уровень, скажу я вам, когда слушаю вот это. А в вашем исполнении это выглядит, конечно, несколько приятнее и приличнее. Видели бы вы, что они вытворяют на сцене. Вы видели, что там творится? Нет, сиди, сиди. Это вижу только я. Давайте дальше. Что будет дальше? Песня про город, цирк.
Через дефис. Город-цирк. Город-цирк. Это та песня, которая вынесена в анонс, кстати сказать, вашего эфира сегодня. Напомню, ну да к чё сегодня в программе «Живые». Погнали. Раньше было время, теперь его нет. Чистосердечное на пыльном стекле. Попробуй верить в то, что это не бред. Ну как же твердо, как светит побег на нашей земле. Великий город на семи простуженных холмах, нацелившийся в небо иглами дымящих труб. Пусть он сжигает наши песни на своих кострах, но пусть тепла этого хватит для осявших рук. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Попробуй разделить пополам. И если мало, значит это фигня. Чтобы напиться и остаться, пожарный стоп-кран. Но ждет таможня на границе ночи и дня. Коси, коса, пока роса, покуда есть что косить. Покуда мы еще совсем не разучились дышать. Покуда есть еще хоть что-то, что мы можем любить. Тогда растишь себе свое, не забывай поливать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Простуженных холмах, нацелившись в небо иглами дымящих труб. Пусть он сжигает наши песни на своих кострах, но пусть ничто и никогда не исчезает вдруг. Как этот город на семи истерзанных холмах, покуда есть еще хоть что-то, что мы можем любить. Ну, фузику добавляем иногда в гитарку-то. Чё? Конечно. Вот, видишь, а говоришь нет. Все круто. Кстати, эта песня была вынесена в анонс. Когда я отбирал песни для анонса, мне казалось, она наиболее точно открывает, раскрывает, скажем так, группу. А оказалось, нет. Она одна из широкого спектра интересов музыкальных коллективов. Потому что музыка у вас разная. Я очень люблю коллективы, у которых, которые не зацикливаются, условно говоря, на каком-то одном стиле. Которые ищут, которые экспериментируют и считают то, что они делают, это и есть то, в общем, ради чего они и, ну, в общем, да, мы и живут. В том числе и для себя же играем, и хочется для себя поразнообразнее. Ну, для себя это понятно. А для людей можно и не разнообразить, правда? Ну, а вот для себя, мне кажется, конечно, если вот как-то спланировано, кто играет, чтобы вот нравиться людям, то они в какой-то все-таки один стиль стараются все-таки проникнуть, чтобы занять какую-то нишу. А нам это как-то скучно от этого. Правильно. Мне а кажется, чего? Стало бы. А чего еще бывает скучно? Скучно бывает. Ну, телевизор смотришь? Нет. Понятно. А в кино ходишь? Ну, очень редко. Ну, а если идешь в кино, то на какой фильм? На боевик, на фэнтези, на сказку детскую? Ну, вот последнее, что я ходил в кинотеатр, это был фильм еще про группу «Аукцион».
А, такой, то есть на музыкальное кино. Документальное. Ну, да. Ну да, это есть. На познавательное кино. Вот, это правильный подход. Я думаю, что про аукцион фильмы можно смотреть неоднократно. Конечно. И многожды. А если иметь в виду художественные фильмы по произведениям всяких разных сценаристов, рассказывающие о чем-нибудь, кроме музыки? Нет? Ну, театр? Я любитель старых таких советских комедий. О, то есть насколько старых? Ну... разных. Вот как кино появилось и как продолжалось. Ну, не знаю, насколько старых такой вопрос. Ну да, «Волга-Волга», например. А, ну, мой любимый фильм, вот «Кин-дза-дза», например. А, ну так не совсем старый. Не совсем старый, да. Да, ну классный фильм. Но... класс... «Ку-ку» два раза. Операция «Ы», да. Да, да, почему «Ы», чтобы никто не догадался. Да, да, понятно. То есть в общем, это вот как раз тот... тот... букву «Ы» мы любим. Да, ее тоже. Не в смысле не ее, а ее. А я к тому, что, в общем, любишь ты смешное. Да. Чистое. Без каких-либо там налетов политики, без каких-то там налетов серьезной психоделики. Вот так, чтобы было весело, беззаботно и радостно. Ну, психоделика тоже бывает интересна. Да. И бывает она радостной. И беззаботной. Бывает настолько психоделика, что, мне кажется, даже там не успеешь задуматься, о чем же эта психоделика, просто вот как-то снизойдет на тебя. От нее и станет радостно и беззаботно. Почему нет? Андрей Демьян тут от меня требует. А будьте добры, спросите про увлечение музыкантов. Может, хобби у кого интересно есть. Есть у кого-то какое-то интересное хобби? Ну, вот такое, может быть, не стандарт. Понятно. Рассказывает стандарт. Андрей барабаны. Капустин. Что, еще раз. Барабаны. А, то есть это нестандартное хобби. Нестандартное. Как раз стандартное. А, ты не расслышал. Нестандартное нужно. Чего-чего? Когда руку поднял, уже было ясно, что оно стандартное. А рука зависла. Я тебя услышал. Есть какие-то такие? Не знаю, батареи парового отопления никто не собирает? Нет? Вроде нет. Ну, только карнизы. Во, ну... Карнизик-то провис. Карниз провис. Ты сидишь не на том месте, сел бы спиной, да не обращался. Да, есть такая беда. Есть такая беда. Помог бы поставить нормально. Зовите. Так ты уже здесь? Есть. Полезай. Полезай. Ну, в общем, нет, да, никаких особых хобби. Ну вот, вот это вот и есть наше хобби, на самом деле. Музыка? Да. Ну, то есть хобби, ставшее уже частью жизни, ну, получается. Конечно, мне кажется, хобби для того и появляется, чтобы стать частью жизни. Иначе это просто, ну, недостойно называться хобби. Но мне кажется, что хобби, оно частью жизни может, не должно, вернее, быть в полной мере. Просто потому что хобби — это увлечение, которым человек, ну, занимается в свободное от работы, свободное от общих широких, в широком понимании дел, время. А когда хобби становится частью жизни, ну, это уже работа. Мне это, ну, так видится, я могу быть неправ. Если понимать работу как то, что, ну, как зарабатывание денег, то мы, в общем, да, занимаемся в свободное от работы время вот этим вот. То есть это все-таки хобби. Ладно, хорошо, пытать не буду. Значит, Андрей, я отвечаю сейчас Андрею. Я вопрос задал, ребятам как могли, так и ответили. Петь будем? Обязательно. Что это будет? А, следующая песня навеяна творчеством братьев Стругацких. Так. А именно произведением «Улитка на склоне». Вот, кто читал, тот поймет. Там даже такие полуцитатки есть из этого произведения. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Ну дык чё». Погнали. Я болен.
те, кто умеет плавать, чаще идут ко дну. Какой из этого ты сделаешь вывод, что трудно быть одному? Множество клёвых персов не могут понять, где соль. Кандидатам на вылет не принято верить, такая простая роль. Я болен тоской по пониманию. Простые числа не так уж и просты. И вот ты себя уже ловишь на мысли, а правда ли это ты? Кроме цветного шума, что видишь ты еще? Увидеть и не понять, все равно, что придумать. Рассыпался мешок. Я болен тоской по пониманию. Вот не люблю я сам по себе вопрос, что вас, ну как часто бывает, сподвигло к творчеству, да? Когда задаешь такой вопрос музыканту, всякий раз кажется, что он сейчас плюнет в лицо. Ну как, если человек не может не творить, так он не творит. Но все-таки хочу задать этот вопрос. Посмотри, я почему? Объясню. Из того, что я слышу, из того, что я уже услышал, из того, что вы играете, я понимаю, что не все так просто в творчестве, ну да к чем? Не все так просто в характере фронтмена коллектива, не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд, исходя из названия коллектива и, может быть, нескольких песен, которые были спеты в самом начале. Глубокая, серьезная и, я бы сказал, ранимая душа у Алексея. Это, как мне кажется, это правда же? Скажи мне. Ну, может быть и так. И, возможно, за, скажем так, за творчеством, это как раз творчество, это как попытка спрятаться и определенным образом отгородиться от того, что мучает, что гнет внутренне, что угнетает. Ну, я не знаю, что ответить, что меня угнетает. Нет, об этом не речь. Нет, я не буду копаться. Ну, да, мне кажется, в принципе, люди занимаются творчеством, потому что им хочется чего-то другого. Вот отличного от того, что их окружает все время. Они начинают творить что-то свое, собственное, чтобы, ну, либо поделиться своим внутренним, если иными способами они не могут делиться, либо, угу, наоборот, как бы вобрать что-то в себя, угу, если они иначе этого не получают. А ты чего больше, делишься или вбираешь? Ну, по ощущениям. По ощущениям стараюсь быть гармоничным. То есть и отдавать, и забирать. Конечно. Понемножку отовсюду. Ну, тоже хороший ответ. Стругацкий, вот так подарок почти под занавес. Хотя улитку на склоне пока не осилил. Надо бы еще разок попробовать, может, пойдет наконец. Да, лучше попробовать. Юлия написала об этом. Читал фантастики много, да? Ну, не то чтобы много, но читал. Стругацких люблю. Ну, Стругацкий, понятно, это нельзя было не читать. Это классика советская, поэтому это в любом... Я не очень любил фантастику, на самом деле, в юности. Но Стругацких перечитал всех. Это мне было Рэй Брэдбери, которого нам насильно впихивали. «Р» значит «ракета», как сейчас помню, из детства. Значит, Артем Слюдеев что пишет? Семен, по возможности спросите, не хотела бы данная группа сыграть в дуэте с группой Иванова или с какой-либо другой группой? Пожалуйста, просто у них очень интересное звучание. Было бы что-то неповторимое и крайне интересное, спрашивает Артем Слюдеев. Тут вопрос ставить на несколько иначе немножко. Во-первых, знает ли коллектив, сейчас только это, руки с тяжелого опустите, знает ли коллектив, ну так чего, группу Иванова, прежде всего? Да, более-менее. Фу, отлегло. Образованный музыкант, значит, хорошо. Но вот человек рекомендует вам попробовать спеть с Ивановой в дуэте. Что скажете? Ну как вам это видится вообще? Видится ли такой вообще вариант? Чего сказал? Микрофон есть. А нам всем спеть или только Алексею? Не, ну в смысле вам, вашему коллективу, вместе с Ивановой сотворить что-либо.
как бы по звучанию... Попытка вот... не пытка, как говорится. Да. Ну да, в общем-то, мы любим всякое интересное. Вот. Организационные вопросы вмешиваются в наши интересные... Интерес. В наши интересы, да. Угу. Ну, и, ладно, организационные вопросы. Вы когда-нибудь с кем-нибудь в дуэтах пели? Исполняли что-либо? Ну, у нас были совместные концерты. Очень вовремя Женя ко мне подполз. Очень вовремя. И, кстати, Моржа мне напомнил зачем-то. Да, мы играли с группой Морж, когда они приезжали в Москву. А сам не помнишь, да? Нет, ну, я... Тогда уточнить вопрос нужно. Дуэт имеется в виду, ну, вдвоем, совместно, ну, совместное исполнять творчество, да, да. Какие-то произведения, да. Или же просто выступать на одной сцене. У нас были совместные концерты, вроде как половину играем мы, половину другая группа. Вот, считается ли это дуэтом? Нет. Нет, ну вот. Совместная песня считается дуэтом. А, ну с Моржом мы Дыркина пели, да, «Не похожи на сны». Вместе? Да. Но это был скорее такой джем. Да, да. То есть таких каких-то организованных дуэтов, чтобы там расписать какую-то песню и спеть ее все вместе, такого не было. Все, такого не было. Значит, этих экспериментов в вашем творчестве тоже пока не было. Ну, вот, собственно, мы это и выясняли на самом деле. Так, у нас с вами остается еще времени, может быть, на две песни. Есть у вас в запасе эти две песни? Да, как раз у нас две песни, которые мы удивительно, хотели, да? бы сыграть. О, как хорошо у нас все совпало. Как будет называться следующая песня? Следующая песня называется «Рисунок». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня... Ну так чё? Ну так чё, поехали? Разбился на куски огнями тысячи цветов, а я опять пишу стихи, мне не хватает нужных слов. Мои сомнения, мои откровения, ищу спасения в дешевом вине. Ты мой рисунок на стекле, оставленный в пустом трамвае. И только дождь весенний знает, насколько сильно я влюблен. Ты мой сюжет для новых сцен, которым суждено не сняться. И только сны теперь мне снятся взамен. В окно мне падает луна, а я уже прилично пьян от той весны, что холодна, но так прекрасно по ночам. Мое признание, мое ожидание, и от отчаяния я снова пью чай. Ты мой рисунок на стекле, оставленный в пустом трамвае. И только дождь весенний знает, насколько сильно я влюблен. Ты мой сюжет для новых сцен, которым суждено не сняться. И только сны теперь мне снятся взамен. Гаснет свет в моем окне, я не дождался, ну и что? Ты мне привидишься во сне, я подарю букет цветов.
твое высочество, мое одиночество. И верить хочется, ты где-то так же ждешь. Ты мой рисунок на стекле, оставленный в пустом трамвае. Не знаешь ты, но я-то знаю, как сильно я в тебя влюблен. Ты мой сюжет для новых сцен, которым суждено не сняться. И только сны теперь мне снятся взамен. И только сны теперь мне снятся взамен. И только сны теперь мне снятся взамен. Клёво. Только мне металлофона не хватило немножко. Знаешь, вот если бы был такой звучок от металлофона, такая сразу рисуется картинка какого-то деревенского или пейзажа небольшого города. Это такое кино, кинокартинка, когда люди, знаешь, как в советское время, когда времени до программы «Время» после какого-то художественного фильма оставалось много, ставили такие документально-фильмовые нарезки. Например, осенью очень любили ставить фильмы про дождливую Москву. Ну, то есть кадры, люди бегут, каблучки по воде, зонтики. И вот такая вот как бы фоновая музычка играет красивая. Летом часто ставили почему-то зимние пейзажи. Ну, наверное, так хотелось в жару что-нибудь попрохладнее. Так вот, то, что я... Ну, кондиционеров было мало, да? Или... В СССР кондиционер... Ну... Вообще не знаю, что это. Вентилятор самое максимальное, что могло быть. Большой. На что и надеялись. Ну, по крайней мере, в те годы, о которых я говорю. Ну, да, да, позже, да. Конечно, появились уже и кондиционеры, какие-никакие, более-менее. Очень кинематографичная вещь, вот та, которая сейчас звучала. Никогда саундтреков не писали ни к чему? Нет, не доводилось. А вот, между прочим, могли бы. Ну, судя по вот этой замечательной песне, она очень кинематографична, она очень такая характерная, что ли. И она очень качественно отвечает на вопрос... Хорошо ли в этом городе? Хорошо. Понимаешь? Поэтому если вдруг, когда кто предложит, что сказал? Предложит написать саундтрек к какому-нибудь фильму, не отказывайтесь, у вас это может получиться. Хорошо, учтем. Да. Вот, предлагайте. А вот это было круто. Включил недавно, но прослушаю запись, пишет Олег Скосырский. Понимаешь, да, вот эта песня цепанула людей, даже если человек включил недавно. Значит... А Сергей Малявин, это наш постоянный такой критик. Я всякий раз... Он пишет такое резюме. Всякий раз пишет резюме в конце эфира. И я всякий раз так это подергиваюсь. Что он нам пишет на сей раз? Всем большой привет, пишет Сергей. А сегодня опять слушаю «В дороге». Хорошие песни в дороге помогают. А сегодня хорошие песни. Никогда не слышал эту группу и очень рад этому знакомству. Как минимум, постоянное место в моем плейлисте им обеспечено, их участие в фестивалях будет плюсом к тому, чтобы на них ходить. Может, и в «Шоколадку» третьего выберусь, пишет Сергей. Сейчас мы должны его немножко попросить об этом. Сергей, надо бы выбраться. Сергей. Я на всякий случай напомню смысл, тогда еще раз. Да. Давай. 3 апреля, пятница, клуб «Шоколадная фабрика». Метро «Римская», площадь Ильича. Начало в 19:30. Приходите. Еще, кстати, упомяну, ну, вдруг кто-то давай. Там не дойдет до «Шоколадки». Сабельфельд считает сейчас там на калькуляторе. Давай, давай. 23 апреля китайский летчик Джао Да. Мы там будем праздновать день рождения группы «Ну так чего?», как раз 6-летие. 6 лет будет, да? Да. Драндычать мы будем. Мы это чего? Так называем. Драндычать. Ага. ДРНДЧ. Вот мы там каждый год... Мы драндычим. Угу. И каждый год, в смысле, с первого года существования, что ли? Ну да, первый у нас такой концерт назывался «Привет, нам 0 лет». Вот, и мы сразу задрандычали. Теперь каждый год это добрая... Слушайте, а это хорошая традиция, на самом деле. Но ты же сам сказал, что еще 6 лет назад вы играть-то не умели, поэтому драндычали. Да. А сейчас-то вы играете. Ну нет, драндычать — это имеется в виду, что вот радоваться. Да. Был такой, у нас кто-то из зрителей принес такие пузырики от упаковки.
Вот, и вместо любимое успокоительное. Да, вместо аплодисментов, это, кстати, было дома у Жени Сабельфельда, у кого мы играли свои первые квартирники. Вот, и вместо аплодисментов зрители вот щелкали эти пузырики. Вот таким образом мы драндычали. Ах, вот в чем дело. Смотрите, у вас своя субкультура, ребята. Практически. Времечко наше уже вышло. Одна песня еще только остается до конца программы. Я в качестве анонса сообщаю, что завтра в живых «Акулу на прогулке». Это совершенно иного состояния и драйва музыка, поэтому рекомендую послушать. Надеюсь, будет интересно. По крайней мере, очень рассчитываю на то, что ваш интерес будет и к завтрашнему эфиру не меньше, чем к сегодняшнему. Ну так что, заканчивает сегодня свою программу музыкальную. Какой песней? «Кабы не было зимы». Я замер на секундочку. Неужели и это их песня? Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Прощаемся с вами. До завтра. Будьте здоровы. Пока. Куда девалось былое лето, все расплескалось и незаметно, перемешалось с холодным ветром, все разбежалось по переулкам, по закоулкам и перелескам, по запылившимся занавескам, бежало лето и пелась песня, кабы не было зимы, мы с тобой не стали старше. Кабы не было зимы, твое тепло не стало бы так важно. Вернувшись в осень, не жди ответа, куда девалось былое лето. И только слышишь на кухне где-то про лето кто-то споет куплеты. Как разблескалась по перелескам, по закоулкам и переходам такая ветреная погода, и пальцы пляшут по звуку аккорда. Кабы не было зимы, мы с тобой не стали старше. Кабы не было зимы, твое тепло не стало бы так важно. Все разбежалось по переулкам, по переходам и перелескам, по запылившимся занавескам. Бежало лето и пелась песня, кабы не было зимы. Мы встали.